Всем привет. Народ. Это уже 9-я часть. Так. Хочу сказать том, что по этой игре уже почти приходит к концу. Но в другие игры по рыбалке тоже будет скоро. Но после другие игры. Как всегда, обычно рыбачим. В предыдущей серии меня пришлось без микрофона записывал. Без микрофона. Потому что ничего особенного было. Нет, разницы, как я начал рыбачить. Ну вот опять я по-любому продолжаю доделать первый сезон. Ну, не сразу, но постепенно. А насчет второй тоже скоро выйдет. Только выйдет после полностью завершения первого сезона. Или через несколько месяцев. А? Саш, ты лучше дай ему полностью зарядиться. А не тогда, да, включил, он будет плохо заряжаться. Нет, я просто смотрел, как лежит. Ну понятно, но лучше полностью. Конечно. Рыбачить не всегда получается хорошо. Еще раз нажми на эту. На что? На скейтинг. Нет. Oh.
что именно ищете? У мамы показывает, что, ну, скажи, где зарядка, показывает там стрелочка. Стоит, ну, зарядка носит. Вот. А у меня вообще ничего не показывает. И мне кажется, что это не заряжается. Ну, это значит все, значит, получается, планшету, значит, на пределе. Получается. Это иконка другая просто. Просто не показывает, что идет зарядка. Зарядку заряжает. Ну, заряжает, но не показывает. Мне кажется, что не заряжает. Ну я имею в виду аккумулятор, в смысле, самого. Я тебе объясняю, там без сумки, у меня показывает стрелочку, а у него другая просто настройка. А, ну значит, у него молния. Как часы. Молнии нету, да? Да. Вы, значит, его поэтому и говорил, что бывает и будет так, что аккумулятор будет плохо работает. Ну, пишет, не заряжает. Заряжает, но не идет вообще не полностью. Заряжает. Почти разницы нет. Если взять мой смысл, то что подходит так. Ну, и вон у тебя мне такая жизнь. Привет, значит, а потому это... что у тебя зарядка не пришла. А это не, значит, не подходит. Ну почему? Ну, не идет она, а я что знаю. Давай сейчас Кирюше его обратно отдам. Заряжай. Просто не дожал. Кирюшка, знает меня еще. Да, сейчас. Да. Я же говорю, когда есть речь, по больше работы, надо просто полностью его включать, полностью разведиться. Я понимаю, ну ты его не делаешь. Это первый раз. Ну по-любому лучше вариант, потому что по-любому. Да, потому что если он будет включен, то наоборот он будет дольше работать, но он не зарядится никогда. Ты его просто сдерживаешь, когда он включен. Ты имеешь в виду совсем отключать? Да. Приходит к консенсу, хоть и
Получилось, собственно, караоке и... Ну, в следующей части мы вернемся.